Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех гостей и участников праздника дружбы. Нормально, Италия, нормально. Беларусь! Италия – это страна высокой моды, дворцов эпохи Возрождения, уникальных музеев прекрасного современного искусства. Она всегда отличалась своим гостеприимством и великолепными пейзажами. Невозможно не проникнуться их романтическим духом и не окунуться в атмосферу любви, разлитую повсюду. И сегодняшний праздник подарит нам возможность проникнуться истинным национальным колоритом итальянской культуры и подарить частичку белорусской традиционной гостеприимности нашим гостям. Организаторы праздника – посольство Италии в Республике Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Для торжественного открытия на сцену приглашается председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Викторович Шорец и посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки. Ваши аплодисменты. Уважаемые минчане и гости столицы, сегодня мы продолжаем ставшую уже хорошей традицией празднование День национальных культур в сердце города Минска, в Верхнем городе. И сегодня у нас есть прекрасная возможность стать ближе к Италии, к ее культуре, кухне, обычаям и традициям. Я хочу поблагодарить посольство и лично господина посла за возможность проведения этого мероприятия в городе Минске. Я уверен, что и участники этого мероприятия, и гости получат массу положительных эмоций. Спасибо. Grazie molte e benvenuti a tutti alla seconda festa dell'amicizia Italia-Bielorussia. Добрый день, большое спасибо всем, кто пришел сюда. Добро пожаловать на второй праздник дружбы Италия-Беларусь. Un grandissimo ringraziamento al Consiglio Esecutivo della città di Minsk, al Presidente Andrei Viktorovich Shorets, per ospitarci in questo spazio storico stupendo, in questa bella giornata. Огромное спасибо исполнительному комитету в лице его председателя Андрея Шорца за предоставленную историческую площадку. È una partnership che ormai alla sua seconda edizione che confidiamo crescerà sempre di più negli anni visto l'interesse e il successo. Наше сотрудничество уже является вторым по счету, и мы надеемся, что оно будет расти и продолжаться многие-многие годы и укрепляться. Grazie, ma quest'anno veramente l'occasione, la cornice è veramente speciale per tanti motivi, per tanti anniversari connessi a questa giornata. Но в этом году есть у нас особенный момент, особенный венец всех наших мероприятий, почему мы здесь собрались. Questa giornata cade nell'anno in cui Italia e Bielorussia celebrano il 25esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche. В этом году исполняется 25 лет установления официальных дипломатических отношений между Италией и Белоруссией. E quindi è parte, come vedete dai tanti simboli esposti nella piazza, dell'anno della cultura italiana in Bielorussia, un ciclo unico di manifestazioni che avvicinano e creano occasioni nuove di scambio di contatto fra le nostre culture, le nostre istituzioni e i nostri popoli. И как вы можете увидеть сегодня на представленных многочисленных площадках, это все у нас является нашим продолжением сотрудничества и дружбы. E poi cade nell'imminenza di un'altra grandissima celebrazione, quindi di qui a pochi giorni, ma già le attività sono in corso, Minsk festeggia 950 anni e noi italiani siamo felici di essere parte di questa festa. E через пару дней также состоится 950-летие города Минска, который уже празднуется во многих уголках Минска, и мы очень рады быть на празднике Минска. Quindi Italia e Bielorussia, due popoli amici, due economie che collaborano, due culture che si conoscono e che dialogano. Oggi è tutto simboleggiato in questa piazza. Таким образом, Италия и Беларусь они являются крепкими друзьями, и сегодня на этой площади представлены различные сферы нашей дружбы.
le tradizioni popolari, la musica che vedrete su questo palco. Начинаем с музыки, с национальной музыки, которую вы видите сегодня на нашей сцене. Il teatro, la lingua e la letteratura. Театр, литература, язык. Ovviamente non può mancare la cucina e la gastronomia. Конечно же, нельзя забыть и о кухне, о гастрономической части. Da quella parte che è una parte fondamentale del nostro, della nostra tradizione, cultura, del nostro stile di vita. Кухня является неотъемлемой и основной частью итальянского стиля и образа жизни. Poi produttori, produttori italiani, produttori bielorussi, italo-bielorussi, quindi le aziende che collaborano insieme. Производители итальянских продуктов, как из Италии, так и в Беларуси, которые сотрудничают уже многие годы. Aggiungiamo l'arte, i vari angoli e aggiungiamo quelli, le auto, la tecnologia, quindi il simbolo del design e la tecnologia italiana, le auto che sono esposte. Мы можем также добавить и уголки изобразительного искусства, а также, конечно, и автомобили. Автоиндустрия, которая предоставлена сегодня, представлена у нас сегодня на двух площадках. E uno spazio, spazi anche dedicati ai bambini, questo anche non è un simbolo, ma è una realtà importante, la cooperazione tra i nostri paesi che passa attraverso l'aiuto all'infanzia e l'attenzione all'infanzia. Также у нас есть площадки и для детей, так как вы знаете, что помощь детям у нас, нас связывает многие долгие годы, и это очень важно для нас. Il programma è molto lungo, vi invito a divertirvi, a godere delle varie attrazioni, ad assaggiare del buon cibo, ascoltare della buona musica e quindi passare una giornata divertente e in allegria. Мы приготовили для вас очень много, очень разнообразную программу, поэтому добро пожаловать и надеемся, что вы все получите большое удовольствие от сегодняшнего дня. Come si dice? Со святом Италия и Беларусь, со святом Минск! Спасибо огромное. Мы приглашаем наших почетных гостей посетить праздничные площадки нашего праздника. Но нашу праздничную программу продолжает выступление заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцового фольклорного ансамбля «Дударики». Ваши аплодисменты. И вначале буквально...